Итак, друзья, как поменять заставочку на Mi Band 7? Ну, во-первых, можно, конечно же, зажать, значит, экран вот так вот и поменять заставку, просто пролистав. Но этих заставок крайне мало, причем вот этой, которая сейчас была, там даже нету. Короче, очень мало, значит, заставок. Ну, допустим, вот эта более-менее информативная, вот ее устанавливаю. Для того, чтобы поменять заставку, скачать... И поменять новую, надо зайти в приложение Zap Live. Это бывшее приложение Mi Fit. После чего, значит, подключить Mi Band 7 к приложению Zap Live. Для этого надо включить Bluetooth и GPS. И, соответственно, подождать, пока подключится устройство. Иногда надо подождать некоторое время. Ну, короче, с подключения... О, все, подключился. После чего заходим в магазин и здесь вот уже выбираем заставочку, которую мы хотим. Здесь есть и те, которые есть. Есть управление циферблатами, которые я уже скачал. Ну, допустим, можно поменять за секунду. Вот смотрите, вот так выбираю эту заставку и вот она уже на экране. Либо эту, раз, все, она здесь. Также, друзья, помимо этого... Можно еще раз в магазине посмотреть ту заставку, которая вам нравится. Вот сейчас давайте пролистаем. Ну, допустим, вот эта вот заставка. Нажать синхронизация. Она скачается. Вот, сразу же установится. Ну, хотя, видите, вот тут время бежит. Она, по сути, просто скачивается на устройство. Вот. Все, установилось. После чего она появляется вот здесь вот у нас... Так, теперь еще включение происходит. Ёлки-палки, по времени это, ну, крайне не быстро. Ну, не знаю, друзья, с подключением Mi Band 7 всегда какие-то особенности. Все, синхронизация завершена, и теперь у нас циферблат появился в управлении циферблатами. Здесь мы можем его, вот видите, менять быстро. Мне лично нравится вот этот, потому что здесь вся информация сразу же на экране, и погода, и пульс, и там все что угодно, и сколько шагов пройдено, и все, а не сегодня. Также, друзья, мне нравится вот этот вот циферблат, тоже нажимаю синхронизировать, тут он почему-то синхронизирует быстрее, ну и включение, не знаю, тоже может должно быть быстрее, наверное, включение. Вот, о, все, да, все же быстрее, чем-то напоминает BMW. Ну и так далее, друзья. Вот так вот все меняется. Вот так можно поменять циферблаты на Xiaomi Mi Band 7. Ну и теперь, когда они уже у нас скачаны, можно вот здесь вот пролистывать и вот так менять. Друзья, вот собственно и все. Надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока. До свидания.